Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Подписываемся на канал, смотрим разносторонние ролики, разные направленности. Ну вот сегодня опять я на работе. 2 дня, к сожалению, я на улице, не выспавшись, очень тяжело. Очень тяжело. Вот такой сегодня очередной диванчик. Буквально минуту назад созрел. Вот. И смотрите дальше видео. Не знаю, как вы к этому. Пишите комментарии, кто как к этому относится. Многие мне подписчики говорили по поводу ролика там на другом канале, но я не смотрю другие каналы, практически не обращаю никакого внимания на них. Но здесь вот обидели у нас Маньку нашу, и очень многие подписчики пишут мне по этому поводу, что я думаю об этом, разобраться в этом. Ну, давайте поговорим. Дальше будет говорить наша подписчица. Видео обращение лично она мне прислала. Надюшка. Наша Надюшка. Вот. Про которую говорили, что ее вещи, ее подарки я где-то там побарыжил ими. Что совершенно неправда. Вот, кстати, шмотки мои. Шмоточки мои. Вот они. Лежат сумки, гитарка. Все. Все здесь. Вот мое рабочее место. Это вот очередной заказ в каретной стяжечке. Такой большой пуфик, банкетка, вернее, наверное, в эту прихожую. И сзади будет панель, тоже в каретной стяжке. Ну, позже покажу. Вот. Не знаю, мое тоже мнение неоднозначное. Ну, там актер дебил, вот, а оператор, ну, вот он посчитал нужным такое снять. Это как бы его личное право, на его совести. Не мне судить, но все же давайте об этом поговорим. Спасибо всем за поддержку, друзья. Спасибо за донатики, то, что перевели. Помогли мне. Сегодня опять у меня там мелкие суммы подворовывают они. Ну, я думаю, ну ладно, выплачу эти 17 тысяч потом. Сейчас разбираться некогда. Если что, если они не правы, я думаю, их можно вернуть. Но это будет позже. Все, работаю. Пятница, всех с пятницей. Всем приятных выходных. У меня выходных не предвидится очень долго. Очень тяжело. Жду вашей поддержки, ваших комментариев, ваших лайков. Спасибо огромное. Добра, здоровья всем. Саша, добрый день. Саша, я тебе очень прошу отправить мое обращение блогеру Радио Башка. Значит, я его знать, конечно, не знала. Мне опять ссылку кинули. И я посмотрела, как там вот этот мразь, вот эта вот мразь, издевается над Манечкой. Ну, в общем, эта мразь приехала ночью на Савеловский вокзал. Оператор был Радио Башка. Издевались над ней, как могли, над этой бедной женщиной. Я обращаюсь к этому Башке.
тебя вообще башка на месте или нет? Привел дебила ночью, человек спит, и вы над ней издеваетесь, и вы смеетесь за кадром с этой жирной какой-то бичевкой еще бабы к тому же. Фу, фу, фу. Ладно, детали. Значит так, я прилетаю 19 числа, 19 воскресенья, потому что выборы. И мы с Сергеем Николаевичем с этим видео идем, во-первых, в местное РОВД, это по Савеловскому, где Савеловский вокзал находится. Мы показываем. Маня меня слушается, потому что я ее снабжаю 2 года. Я попрошу Маню, чтобы она написала на тебя заявление. Сейчас продолжим. Значит, она напишет заявление. Во-первых, она разрешения не давала ее снимать, тем более еще ночью. А у тебя есть до 19 числа извиниться, приехать к ней, также все снять и людям показать. И извиниться перед ней. Этого дебила не обязательно тащить. Он дебил, он больной человек. И вообще, вы уже вообще обнаглели. Мне как-то Женечка Ли говорил, что тебя как-то избили 4 человека, бомжи. Я тебя даже знать не знаю, но я тебя пожалела, потому что я насилие вообще не люблю. Но тут я понимаю, что правильно сделали. Правильно сделали. Так нельзя делать. И смеялись за кадром. Это вообще ужас дикий. Вы думаете, на вас управа, что ли, не найдет? Найдутся управа, найдется управа. Если бы Аслан бы ходил бы немножко, у него сейчас правая нога отказала. По-моему, он бы тебе врезал бы конкретно. И, значит, так. Это мои личные условия. И Сергей Николаевич. Извиниться, приехать. Извиниться перед ней, домашнюю пищу привезти, подбодрить ее, одобрить, но извиниться перед ней искренне. И больше таких дел, чтобы я не видела, лично я, чтобы не видела. Чтобы над Маней так издевались, это нехорошо. Тем более, как мне сейчас уже сказали, что ты здоровый молодой парень. Я представляю, ужас дикий, как у тебя вообще, как это у тебя мысль. С ним первая познакомилась, и в моем сердце самое лучшее воспоминание. Я бы не хотела бы с Женей Ли отношения портить ни за что. Во-первых, я его не заблокировала нигде, не заблокирую, с какой, кстати. А вот Челяба – это другой разговор. Челяба выставляет карточку, оказывается, на стриме, дайте ему там денежки. Но ведь Саша Маэстро такого не делает.
Он напрямую там попросит, сколько там надо, и люди ему сами там как-то, ну как-то, ну не так вот карточку взять и выставить. И я даже обрадовалась, что он с деревни там с какой-то, чтобы его здесь не видеть в Москве. А если Женя Ли согласится, чтобы вы встретились с маэстро Сашей в ресторане, в каком-нибудь посидите, как два мужика, поговорите, переговоры, ну никогда как-то... Ну, как-то переговоры нужны все-таки, такие человеческие переговоры. Просто поговорить, еще раз говорю, без всяких камер, отключить вот эти вот телефоны. Ну, вот такой, друзья, получился ролик. Ждем ваших мнений. На внешний вид мы не обращайте внимания. Жизнь на улице, но трезвый. Трезвый, работаю. Нервов никаких не осталось, реально. Что еще хотел сказать? Друзья, и напомню, у кого есть возможность и самое главное желание помочь каналу, все ссылочки в описании, вся информация в описании. Смотрите, помогайте. Значит, еще нам звонила одна подписчица. Ну, у меня пока нет ни материальной, ни временной возможности съездить за зимними вещами для Маньки. Вот. Ну, она сказала, может быть, выберет время, сама на машине приедет на Савеловский вокзал. О чем заранее благодарим даму за вещи для Машки. Ну, я сказал, как соберетесь, набирайте, я подъеду, проведу там, найду Машу и так далее и тому подобное. Все, друзья, спасибо. Не забывайте, я на связи, не теряюсь. Пока вот так. Спасибо еще раз. Спасибо.